Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы регион», в студии Ирина Меркурьева, и смотрите сегодня выпуски. Демонтаж. Решение обжалованию не подлежит. Побороть недуг искусством. В Краснодаре прошел второй этап 25-й конференции межрегионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие делегации со всего края. Делегацию Анапы возглавил мэр города-курорта Сергей Сергеев. В ходе конференции подвели итоги прошедших в сентябре выборов. В Анапе в этом году явка избирателей на участке небывалая – 49,44%. Население курорта неравнодушно к судьбе региона и своего родного города. За активную жизненную позицию и итоги организационно-партийной работы секретарь Анапского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Сергеев был отмечен благодарственным письмом президиума регионального отделения. На Кубани партийная организация – одна из самых мощных. Партия является опорой для президента. По большому счету, эта партия сегодня опора для всего нашего общества в этой трудной и очень непростой международной обстановке. В рамках конференции провели заседание Политсовета, где была произведена ротация состава регионального политического совета партии и внесены изменения в состав региональной контрольно-ревизионной комиссии. В заключение сформулировали приоритетное направление работы и ключевые вопросы по предстоящим выборам в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут в 2016 году. В Анапе продолжается работа по освобождению пляжей от незаконно установленных и брошенных некапитальных объектов торговли и точек проката. На следующей неделе под снос пойдут 66 незаконно размещенных конструкций. Накануне в администрации под руководством первого заместителя главы курорта Светланы Яровой состоялось заседание межведомственной комиссии. На ней рассмотрели результаты, проведенные муниципальным контролем ревизии. На территории Анапы, в городской черте и Витязево выявлено 66 незаконно размещенных некапитальных объектов. Я предлагаю предупредить пользователей вот этого всего имущества, добровольном порядке, демонтировать и разобрать данные сооружения. В случае, если мы не находим взаимопонимания, начинаем со следующей недели полный демонтаж. Поручение главы города Сергея Сергеева звучит однозначно. Пляжные территории должны быть чистыми от любых следов летней деятельности. Брошенные деревянные кафе, настилы, рекламные щиты, металлические конструкции должны быть вывезены, причем в кратчайшие сроки. После соблюдения всех предусмотренных законом процедур городские службы примутся за очистку пляжей. 2015 год проходит под эгидой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Российские врачи ежегодно ставят диагноз инсульт более 500 000 человек. В Анапе в силу природных факторов статистика благоприятнее. И все-таки анапские врачи обеспокоены стабильным ростом количества пациентов с этим серьезным диагнозом. О методах профилактики инсультов рассказали нашей съемочной группе в городской поликлинической больнице. Вера Лукьянова, врач-невролог городской поликлинической больницы, за 39 лет работы уже и не помнит, скольким пациентам помогла справиться с последствиями инсульта. Цифра очень большая. По данным ВОЗ, эта патология выходит на первый план по цереброваскулярным заболеваниям. 80% перенесших инсульт приводит к инвалидности. И 40%, даже 42,5%, приводит к смертности. То есть это достаточно грозное заболевание. У нас на приеме бывает, как правило, 5-6 пациентов. Прием у нас всегда большой, более 30 человек. Значит, и те люди, которые перенесли инсульт, как правило, нуждаются в наблюдении и в дополнительном лечении. Жители курорта находятся в более благоприятной ситуации. Природные факторы – мощная поддержка для здоровья. Но врачи советуют не расслабляться и к здоровью относиться более внимательно. Пациентов с инсультом, если взять, например, промышленные города, то, конечно, здесь их поменьше. Потому что все-таки люди здесь город-курорт,
они пользуются нашими все курортными факторами, да, это в первую очередь море, солнце, воздух свежий. И, как правило, даже те люди, которые с гипертонической болезнью, да, с кризами, они быстро справляются с этим недугом. Гипертонические заболевания – первый фактор риска для инсульта. Сюда же относятся генетическая предрасположенность, склонность к алкоголизму, повышенный холестерин, неправильное питание и низкая физическая активность. В первую очередь здоровое питание, да? Те люди, которые занимаются спортом, в меру сил, конечно, значит, они, как правило, меньше страдают этим недугом. Чтобы быть здоровым, нужно приложить немного усилий. Замечательное средство профилактики инсультов – ходьба. Врачи рекомендуют делать 3000 шагов в день. Твори добро другим во благо. Педагог из Анапы на протяжении нескольких лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Под его руководством дети борются с недугом и осваивают разные виды искусства. Бескорыстно помогать детям и добиваться результата – вот главная задача, которую ставит перед собой Людмила Комарова. Подробнее в сюжете. Благодаря голливудским фильмам у большинства из нас сложился четкий образ супергероя, спасающего мир. Женщина-кошка, Супермен или Человек-летучая мышь – вот на кого ориентируется современное поколение молодых людей. Однако герои живут и в реальной жизни. Плащ и маску они, правда, не носят, а зато для мира делают ничуть не меньше. Людмила, педагог по образованию, уже 7 лет курирует клуб эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями «Дорога добра». Работать с детьми Людмила Комарова начала, когда ее сын Богдан родился с детским церебральным параличом. В нашей семье появился ребенок с детским церебральным параличом, Богдан. И долгое время мы посвятили тому, чтобы найти занятия себе по душе, чтобы немножко из стресса, из депрессии выйти. И чтобы найти что-нибудь такое, что можно делать с ним. Сейчас в группе Людмилы Викторовны уже несколько десятков детей с различными заболеваниями. Под руководством педагога они учатся делать самые простые вещи. Поют песни, танцуют, рисуют, делают поделки из бумаги. За 7 лет у педагога накопился большой опыт в помощи детям с психоэмоциональными расстройствами, диагнозом по психиатрии, задержками физического и умственного развития. По словам Людмилы, для нее нет большей радости, чем наблюдать за успехами своих подопечных. Ну, это вообще не работа. Это удовольствие, которое ты получаешь, видя, когда ребенок чему-то научился и что-то понял. Это такой, знаете, тандем такой взаимоотношений между детьми и родителями. Очень тяжело складывается коллектив, любой коллектив тяжело проходит всевозможные этапы формирования коллектива. И все равно всегда есть тот, кто чем-то недоволен, есть всегда какие-то звездочки, на которых все равняются. И есть детки, которые сами по себе, вот они ничего не могут, но они такие классные, что их вот любишь просто так. Нина, одна из учениц Людмилы Викторовны, новенькая в группе. Однако уже освоила несложный танец, а также сама сделала поделку из папье-маше, которую подарила нашей съемочной группе. По словам мамы ребенка, они очень долго искали учреждение, где могли бы помочь Нине. Но только здесь нашли нужный коллектив и понимание в лице педагога Людмилы Комаровой. Проблема в том, что наши детей нигде не берут. Вот, они считают, что наши дети не могут заниматься. А как мы видим, они прекрасно вообще успешно занимаются также и руками, и, вот, пожалуйста, вам и танцуют, и поют, и все могут. Вот, то есть, как у обычных детей, у них существует определенный талант и дар. Вот, только надо развивать. «Почувствуй вкус жизни». Под таким девизом подростково-молодежные клубы города провели конкурс рисунков антинаркотической тематики. Сельский клуб «Дюна» в хуторе Красном не остался в стороне. Для того, чтобы не допустить опасного знакомства подрастающего поколения с наркотиками, на курорте регулярно проводятся антинаркотические мероприятия. Ребята в своих рисунках изображают мир светлым и добрым. Они рисуют очень разные рисунки, очень разные чувства у всех детей. Все дети разные, поэтому мы стараемся, чтобы они поняли именно для себя, что они хотят. Яна Бокова – одна из немногих, кто занимается в клубе уже 8 лет. Благодаря клубу она открыла в себе немало талантов. Став студенткой, занятия не прекратила. В конкурсе рисунков Яна изобразила дерево – олицетворение жизни и света. Мир без наркотиков, без алкоголя и каких-то табачных изделий. Я считаю, что
этого вообще не должно быть, что сейчас у нас поколение, то есть детей, которые видят совсем другое. Им нужно показывать именно вот эти вот рисунки, какие-то конкурсы. И для меня это вообще очень приятно, что люди занимаются этим. Свои маленькие шедевры ребята вкладывали в заветную мечту – видеть мир без наркотиков и вредных привычек. Во многом это зависит от взрослых, с которых малыши и берут пример. В рамках проведения Всемирного дня качества территориальное отделение Роспотребнадзора в Анапе организует работу горячей линии. Консультацию в сфере защиты прав потребителей можно получить 12 ноября с 9 до 18 часов по телефонам 429-05 и 432-38. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 12 ноября, в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступна и качественная одежда для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время подготовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийская, 281. Жилой комплекс «Крымский вал».